Всем привет, с вами канал SuperAndroid. Сегодня у нас видео о том, как настроить Google виджет, поисковый виджет по своему усмотрению, то есть задать ему настройки и подстроить его под внешний вид экрана. Скажу сразу, что сделать это можно двумя способами. Если у вас установлен новый лончер, вы можете воспользоваться его возможностями. И Google добавил эту возможность в свое стандартное приложение, но она пока доступна не для всех смартфонов, так что вы будете предупреждены, значит вооружены, и как только этот подпункт появится в вашем меню, вы можете менять свой виджет, если у вас не стоит новый лончер. Для начала рассмотрим, как все это дело выглядит. Чтобы изменить виджет, достаточно добавить его на рабочий стол. Находите подкладку Google, выбираете виджет и добавляете этот виджет на рабочий стол простым зажатием и перетягиванием. У нас получается вот такой вот виджет, я уже делал настроечки. Теперь посмотрим, как же все это дело изменить, подстроить цвет, прозрачность и все остальное. Переходим в меню приложений, ищем приложение Google. Далее переходим в подкладку с настройками. Вот здесь вот пиктограммка из трех полосочек. И настроить виджет выбираем подпункт. Вам доступны несколько настроек, а именно настройка логотипа, настройка формы виджета, настройка цвета и вида логотипа. Тут же есть возможность применить стандартные типы уже с прозрачностью, изменить цвет виджета по своему усмотрению. И помимо всего настроить прозрачность данного виджета. После того, как вы сделаете все изменения, вам достаточно нажать «Готово», и ваш виджет изменит свой вид, и он полностью функционален. Как обычно, вы понимаете, что он работает полностью и нет никаких ограничений. Другой пункт – это возможность изменения и применения всевозможных настроек, если у вас установлен новый лончер. Как все это дело выглядит? Опять-таки, выбираете виджеты, выбираете панель поиска, добавляете его на рабочий стол, после чего зажимаете виджет, выбираете «Изменить» и меняете виджет по своему усмотрению уже при помощи нового лончера, настроек его. Ну вот так примерно все это дело выглядит. Настроек здесь огромнейшее количество, так что можете настроить по своему усмотрению. Вот так примерно выглядит виджет. Немного информации, думаю, многим она будет интересна и полезна. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!